И начинаем наш выпуск с главной новости последних суток. 17 января в 15:30 в Удачном произошло аварийное отключение света. Причиной стало падение устаревшей деревянной электроопоры, принадлежащей ЗЭС «Якутскэнерго». Из-за этого на промышленных объектах компании «Алроса» произошло отключение электрооборудования, находящегося в зоне ответственности компании «Якутскэнерго». На руднике «Удачный» в смене в момент отключения электроэнергии находился 171 человек. Сразу после этого началась эвакуация персонала. На месте работали спасатели. К 20:00 всех горняков подняли на поверхность. Пострадавших нет. В Удачном этой ночью температура воздуха опустилась до отметки -56 градусов, поэтому нагрузка на электросети превышала нормальную. По распоряжению руководства Удачинского ГОКа приняты меры по снижению нагрузки на электросети. Температура в жилых домах и социальных объектах в норме, понижения нет. Аварийные участки уже обнаружены. В западных электросетях обещают полностью устранить последствия аварии через сутки.